Привет всем. Вот небольшой такой ролик хотел снять по поводу укладки ламината на деревянный пол в деревянном доме. Вот такой у нас пол. Небольшие бывают, есть, конечно, перепады по высоте, но довольно-таки такие несерьезные, укладывающиеся в пределах 2 миллиметров между двумя деревяшками. Вот. Я не знаю, на видео будут видны или нет эти перепады. Ну, в общем, в таком случае, когда вот такие неровности есть, все равно, как ни крути. Вот. Решил уложить хвойную подложку, приобретенную в Леруа Мерлен. Вот такая вот хвойная подложка под ламинат. Паркетную доску, толщина подложки 3 миллиметра. Укладываем мы ее по диагонали относительно, под углом 45 градусов относительно самого ламината. Ламинат у нас здесь вот, значит, поперек существующему полу лежит. Уж не знаю, что из этого получится. Чисто такой эксперимент. Посмотрим, время покажет. В последующем, спустя время эксплуатации, на определенное время, сниму еще ролик по тому, как повел себя ламинат. Да, вот здесь деформационные швы нужно было около 10 миллиметров оставлять, но оставил как есть. Посмотрим, что из этого выйдет. А здесь у нас печь-камин стоит. Здесь уложил буквально впритык. Надеюсь, это не приведет к чему-то трагичному. Посмотрим. Я, конечно, все понимаю по технологии. Нужно укладывать с зазором 10 миллиметров с каждой стороны. Ну, в принципе, и подложку надо укладывать с расстоянием 10 миллиметров от стены, и сам ламинат. Вот. Но местами это выдержанное расстояние, местами вдоль стены. В основном там не хочу снимать совсем уж, потому что пока перекладываем вещи туда. Вот, и посмотрим, как со временем это себя поведет. Я понимаю, что ничто не вечно под луной. Если что, это можно и подправить, исправить, я думаю, переложить. В моем случае это не столь трагично. Время покажет. В общем, вот как-то так. Здесь у меня уже существует линолеумный пол на кухне. Здесь мы будем укладывать кусок фанеры. Здесь углубление получается. Здесь перепад составляет довольно-таки 10 миллиметров значительно. Сюда будем укладывать полосу фанеры. И поверх нее уже будет подложка на пороге. То есть подложка, ламинат. Ну и стык закроется порожком, скажем так. Собственно говоря, вот такое вот состояние пола. Я не знаю, может, кому-то это видео понравится. Может, будет интересным, полезным. В любом случае, если видео понравилось, вы знаете, что делать. Всем спасибо за внимание.